Здравствуйте! Сегодня мы с вами познакомимся с аккумуляторной угловой шлифовальной машиной Metaba VPB3618LTX-BL230. Эта машина на рынке уже более 2 лет. Metaba первая компания, кто выпустила на рынок аккумуляторную УШМ-ку с 230-м диском. Поставляется любая версия этих УШМ в таком вот большом, надежном, из толстого пластика сделанном кейсе с металлическими застежками. Внутри кейса предусмотрено место для самой угловальной шлифовальной машины, зарядного устройства, оснастки, а также имеются места для переноски аккумуляторных блоков. Данная версия поставляется без аккумуляторных блоков, это позволяет сэкономить при приобретении. Да, аккумуляторные блоки сюда подходят любого типа, но мы рекомендуем использовать блоки LHD, высокотоковые. Это версия 2 по 18, есть версия, соответственно, с батарейкой 36 вольт. Какие батареи можно использовать? В принципе, можно любые, при этом можно миксовать емкость. Например, поставить одну батарею емкостью 8 ампер часов, а вторую батарею можно поставить 2 ампер часа. Электроника, которая встроена в машину, отслеживает состояние более слабой батареи. И, соответственно, время работы будет очень ограничено, потому что эта батарея достаточно быстро сядет ввиду большой нагрузки двигателя. Поэтому мы рекомендуем использовать минимум батареи стандартной Metaba емкостью 5,2 либо 4 ампер часа в связке с LHD. А лучше всего, естественно, эта машина работает на батареях LHD первого, естественно, и второго поколения. Что касается особенностей этой машины. Машина построена на базе бесщеточного двигателя, разработанного компанией Metaba. Он имеет сечение 76 мм, использует проволоку 3 мм на статоре. Полностью имеет герметичную конструкцию, то есть этот мотор не боится никакой пыли, грязи, воды и прочего. То есть сломать его практически нереально. Для удобства работы машина оснащена поворотной рукояткой основной. Под резку, под шлифовку можем настроить антивибрационную рукоятку, которая устанавливается в трех местах на корпусе редуктора, без ключевым кожухом защитным, то есть мы можем его регулировать без использования ключа, а также снять при необходимости установки какого-то дополнительного оснащения. С точки зрения производительности, данная машина является практически полным аналогом сетевой машины мощностью 2,2-2,4 кВт, но при использовании именно батареи LHD. Во время реза вы могли видеть, как машина выключалась. Это срабатывала система защиты от заклинивания, да, ввиду того, что заготовка высокая, она стоит на подвижном все-таки столе, и при резке нагревается металл, нагревается абразив, происходит закусывание. Да, то есть у сетевой машины, соответственно, крутящий момент гораздо больше, чем у аккумуляторной, и рывок будет быстрее. И тут же машина мгновенно это отслеживает, как происходит резкий рывок, заклинивание, да, она выключается. То есть это не страшно, выключили, включили. Также, благодаря тому, что здесь клавиша неблокируемая, даже если машину выровняем от неожиданности, она мгновенно выключится, соответственно, не пройдет никакой травмы. Резали мы сталь 13 мм, шириной где-то в районе тоже 100 мм, да, то есть спокойно она справилась, без всяких каких-то перегрузов, перегревов, батареи практически даже и не сели. Итак, дорогие друзья, мы познакомились с машиной Metaba VPB 3618LTX-BL230. Не уступает ничем сетевым аналогам. Вы видели, как она режет металл. Соответственно, заходите на сайт kuvalda.ru, подписывайтесь на канал, а мы с вами увидимся в следующих видео.